В Аргентине проходят рейды против отмывания денег. Налоговые службы страны уже проверили 70 финансовых организаций. Среди них банки и пункты обмена валют. Учреждения обвиняются в уклонении от уплаты налогов и содействии оттоку капитала из страны. По мнению экспертов, власти Аргентины пытаются взять под контроль доступ к иностранной валюте на фоне истощения ее золотовалютных резервов.